Привет, ребят, с вами Настя, и сегодня хочу вам показать мою косметику, крема и мой контейнер, который я вчера снимала видео для вас и нифига не сняла. Короче, мне не понравилось, как я говорю, и все так далее. И решила сейчас переснять это видео и показать, что я купила. Вот в фикс-прайсе вот такие вот штучки, блесточки для тела. Это я решила как бы купить, типа, знаете, новогодние там, например, фотки и так далее. Вот. Хочу сейчас вам показать мои новые крема, которые я вчера купила на место вот этого, потому что этот новый крем, а этот старый крем. Вы уже видите, что я их просто обожаю, ребят. А также, ребят, подписывайтесь на мой канал, жмите палец вверх, подписывайтесь на мой инстаграм, там очень классные фотки. Я вчера выкладывала фотки, фоткалась жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну что, поехали смотреть? Сейчас я вам покажу вот эти. Сначала блесточки для тела. Блесточки для тела. Это вот такой вот бирюзовый. Блесточки, извините, пожалуйста. Вот. Это вот такой вот баночка с блесточками такие прикольненькие. Они мне очень сильно, кстати, понравились. И я решила купить три разных цвета, потому что они очень классные, очень прикольные. И даже, кстати, для маникюра еще подойдут. Смотрите. Вот такие вот они баночки. Очень такие, знаете, красивые. Такие очень вообще классные. Такие с блесточками. Очень, кстати, прикольные. Мне они очень сильно понравились. У меня такой синенький. То есть не синенький, а бирюзовый. Вот такой вот еще это цвет серебро. И вот такой вот желтенький золотистый. Вот, я купила три разных вида. Я решила как бы, ну, так, это старый крем. Сейчас я вам покажу вот мой старый крем, который я вот пользуюсь из фикс-прайса. Для тела ночной маски. Очень, кстати, прикольный. Помогает, увлажняет. И личико такое вот прям классное. Вот, купила новый такой же крем. Вот, куда его поставить сюда. И купила еще один вот такой вот прикольный крем для ухода за тело и для вот этого всего. Очень, кстати, прикольный, классный крем. Мне, кстати, тоже сильно понравился, я вот решила его купить. Потом купила такой вот пластмассовый контейнер такими прикольными отсеками. Вот так вот он раздвигается. Вот так вот. Сейчас новиночки в фикс-прайсе. Очень большие контейнеры продаются. Вот я вот решила как бы попользоваться, посмотреть, как это все выглядит. Вот так вот. Очень, кстати, прикольные. Понравились мне очень сильно этот контейнер. И там у меня еще один контейнер. Тоже вот надо забрать. Вот. И здесь у меня хранится моя старая косметика, что-нибудь новенькое есть у меня тут, например, вот, например, тени для глаз, вот такой вот светло-коричневый, это у меня вот в таком баночке хранится под мороженой, мне уже никуда ее вложить, вот я решила, что буду вот ложить вот такой вот тени. Черника и мед. Помадка для бровей. Крем для ног. Очень, кстати, прикольно помогает. И для лица. Вот такая вот, штучка. Она мне очень сильно нравится. Некоторые тут блески, помадки. Что-нибудь с фикс-прайса. Потом такая вот масло для кутикулы всяких и матовые помады.
Здесь у меня косметички хранится, базы под тени, кисточки, туши и ножницы. И, кстати, вот такой вот прикольный консилер. Это для прыщей, ну, для лица, короче. Здесь у меня в таком контейнере хранится тоналка, наушники, вот такая вот прикольная ручка и сердечко, лизун. У меня вот этот мой любимец хранится, я, кстати, его возьму с собой. Балеточки Nike 4, обожаю ее, она мне вообще нравится, вот. Показала я вам почти всю косметику, которая у меня здесь лежит. И надо что-нибудь новенькое отсюда убрать и заполнить вот этот контейнер чем-нибудь, потому что что у меня будет пустое лежать. Вот. И что-нибудь как бы в косметике прибраться. И вот сейчас накраситься. Мне сейчас надо, потому что сейчас только не накрашена, только умылась. Вот. Так что вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.